Друзья, всем привет! Это первый уровень, мы продолжаем проходить Blood. И сегодняшний выпуск, небольшой ролик, а может и большой, я уж не знаю, как получится, будет посвящен секретному уровню, который мы случайным образом обнаружили в ходе прохождения. И поэтому, запишем отдельным видео, может кто будет искать специально среди любителей игр, как найти тот или иной секретный уровень в этой игре. Так вот, чтобы его активировать, вы должны попасть на какой-то уже, получается, четвертый уровень третьего эпизода под названием «Госпиталь» и выстрелить вот в эту черепушку. Затем откроется за кафедрой такой вот проходик, куда мы, собственно, сейчас и направимся. Правда, знаете, что плохо? Плохо то, что у нас нет патронов. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что там находится в этом секретном уровне. Так, ну, это уже плохо. Хорошо, что у меня есть это еще пушка. Так, броня не подбирается. Ну, хотя бы есть кое-какие патрончики, и то ладно. Какая подстава. Ну ладно, мы справились. Так, посмотрим, что нас тут ждет. Очередные собачки. Знаете что, я возьму Тесла пушку. И мне вроде бы... Да, попроще будет. Еще одна собачка. Отлично. Какой-то тоже собор. Очень похож на это. Тесла-пушка отлично справляется против собак. А динамит против монахов. Так, еще возьмем динамитика. Здесь больше у нас, судя по всему, ничего нет. Ну да. И это не открывается. Даже не представляю, большой это уровень или наоборот мелкий. Никогда его не проходил. Смотрите, монахи стоят. Интересно, динамитом их затронет? Слушайте, заденет, да. Монахи как-то странно очень реагируют за решеткой. Ну ладно, нам на руку это. Вот один только выбежал. Остальные почему-то тупят. Так, готово. Ah!
Так, ну это совсем плохо. Ну хорошо, что сердечко выкинуло, это уже неплохо. Так, сюда мы пока не пройдем. Так, какой-то склеп впереди. Так, много пока что закрытых помещений, и здесь нужен ключ. Но нам, значит, сюда. Ох, это, конечно, нежданчик. Но это очень плохо. Одна жизнь. Ну да. Ладно, будем знать. Сейчас чуть получше, конечно, справились, но все равно. Да, сложный момент, ну ладно. Так, с зомбаками мы справились. Ладно, сохранимся, так уж и быть. Сердечко. С какой стороны вот был монах? Вопрос. Готов. Два оружия. Но особо оно не нужно. Бесконечные лабиринты, что мне не очень нравится, если честно. Так, ну вроде бы мы справились. А где призрак? Так, ну кукла Вуду против него не действует, я так понимаю. Ладно, давайте. Давайте с вилами побегаем. Так, ну что ж делать-то? Ну, есть Тесла-пушка, конечно. Ладно, давайте Тесла-пушку возьмем. Так,
Но опять привидение. Ну ничего кроме вилл не остается, если честно. Дробовичок. Достало уже. Так, отлично, справились мы. Так, ну, пушек вообще никаких нету. Давайте Тесла пушку возьмем. Не, ну с этими ребятами вообще не хочется, если честно, тратить хоть какие-то патроны. Давайте идите сюда. Где они там бегают? Одни куда-то туда убежали. Непонятно. Где вот его бегать? Так, еще минус. Жизнь никто не выкидывает, что жалко, конечно же. Да, лабиринты здесь, конечно, большие, я чувствую. Ну опять что ли, ну ёлки-палки, ну сколько можно? Ну где он там? Ну иди сюда. Раз. Два. Давайте считать, сколько ему надо попаданий. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Прикол в том, что если он один раз попадет сейчас по нам, то все. Ну отлично, мы справились. Так, идем дальше по лабиринтам. Что у нас там ждет? Патрончики ждут. В коем веке. Да хоть бы кто-нибудь жизнь выкинул. Тоже не жизнь. Но еще вас не хватало, ребят. Так. Ладно, возьмем дробовичок. Не, не возьмем мы дробовичок. Минус. Может, дадите патронов-то? Нет, конечно, вы не дадите патронов. Thank you.
пока что напряжно, да, проходим. Данный уровень. Ой-ой-ой. Так, готов. Опять у нас две пушки. Зачем нам две пушки? Непонятно. Не буду я пока юзать здоровье. Вверху там автомат. Так, не заметил я руку. Так, теперь с рукой покончено. Ой-ой-ой. Ладно, придется юзать жизнь. Так уж и быть, вынудили. В принципе, я туда могу забраться. У меня же супер сапоги есть, но не хочу. Наконец-то патроны. В коем веке. И ключик. Ну да, это ожидаемо очень сильно. Так, расправились с ними. Взяли ключик. Отлично. Сэкономили патроны. Броня. Динамит. Очередной зомбак. Ну, такой хардкорный уровень. Может, здесь какое-нибудь оружие дадут под занавес? Не зря же мы просто так бегали. Так, а нам сюда, кстати говоря, вроде как. Да, мы туда, кстати, пройдем, если что. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. У нас патрончики. Кукла Вуду, кстати, которая у нас есть. И паучки. Куда же без них. Так, ну ладно, давайте откроем. Так и быть. Так,
Так, а больше она не открывается, что ли? Что за глюк? Так, отлично. Так, что-то я не понял, почему не открывается. Алло. Ну, какой-то глюк непонятный. Ладно, знаете что? Давайте запрыгнем сюда вот. Сейчас выберем. Здесь почему-то заглючило все, непонятно почему. Ладно. Ну как ладно. Здоровья у нас практически нет, конечно. Давайте заюзаем аптечку. Так, монах. Готов. Хорошо. Давайте все-таки посмотрим, что же там у нас по коридору. Эта дверь не открывается. Под конец коридора. Что у нас тут? Паучок. И призрак. Почему-то заглючил. Ты вообще будешь обращать на меня внимание? О, обратил внимание. Отлично, иди сюда. Отлично, справились мы с призраком. Даже непонятно сейчас. А, ну, в принципе, понятно. В принципе, понятно. Сейчас давайте. Давайте сюда забежим. Возьмем патрончики. Жизненно необходимые. А с другой стороны у нас... Так, это дверца с другой стороны. Ладно. Так, ну а здесь мы были. Все очень запутано, если честно. Так, отлично. Ой-ой-ой. Ну, это нечестно, конечно, было. Минус. Опять призрак. Ну давай, лети сюда.
Ну, что-то не хочет он лететь. Ну давай приземляйся уже. Да, запутанная, запутанная зона очень. Так, раз, два. Так, ну отлично. Мы справились. Теперь стоит вообще понимать, куда нам идти. Так, ну здесь мы были. Значит. Так, а здесь у нас что? Так, ладно, нам сюда. А здесь у нас кто? Так, ну и последний зомбарь. Да, ну это вот это безумие, конечно. Смотрите, что вообще происходит. Это просто безумие. Просто безумие. Да хватит орать-то. Так, получите раз. Получите два. Получите три. Так, минус. Давай, спускайся. Просто жесть. Да, вот вам мой бонусный уровень. Нет бы, дали бы патрончиков там каких-нибудь. Так, и что это открылось у нас? Так, ну ничего не открылось, к сожалению. Супер жизнь зато дали. Уже хорошо. Где там рука?
Так, а там у нас, кстати, горгулья еще поджидает. Минус. И еще раз минус. Так. Теперь лестничка какая-то. Ну это ж слишком был расстрел какой-то. Ладно, пойду я за жизнярами. Как же без них? Ну здесь всяко кто-то есть. Нету? Так, отлично. Ну давай секрет. Ну вот вам и секрет, конечно. Не ожидал я такого подвоха от вас, ребят. Ну и чем его мочить? Только вилами. Ну иди сюда. Все-таки патронов здесь реально арсенал очень маленький, то есть, ну, могли бы давать побольше. Понятно, что есть кукла Вуду. Есть динамиты. Их же не всегда применишь. Так, отлично. Так, что бы взять-то? Ладно, давайте вот это хотя бы возьмем. Ну и что он там охранял? Так. Сюда проходик. Да, такой секретники проходик тоже интересно достаточно. Пушку дали. Ну ладно. Ну я чувствую, это финальный зал какой-то. Здесь какой-то замес будет. Правильно? Смотрите, как красиво. Вообще, Blood не очень яркий, но вот эта вот фреска, да? Или мозаика, как правильно сказать, сверху. Очень крутая. Ну и что, неужели ничего не будет? Конечно же будет. Раз, два, три, четыре. Ну, зомбаки это не очень страшно. Давайте нажмем кнопочку. Бронежилетик, Тесла пушка. Взяли мы. Ключик, еще один. Так, ну здесь точно все. Или что-то еще у нас? Да, ну здесь все. Здесь все. Здесь тоже. Ну а куда нам идти?
Ладно. Значит, нужно возвращаться. Ох, смотрите, сколько вас, ребят. Держите. Так. Один все-таки ушел. Недалеко, правда. Теперь весь вопрос состоит в том, где эта дверь. Я не очень помню, если честно. Давайте попробуем посмотреть по карте. Тоже непонятно. А, ну все, мы нашли, кстати, достаточно быстро. Оп, смотрите, как свет зажегся. Прикольно. Ну и что дальше? Дальше рычажок, и мне кажется, сейчас будет какой-то замес лютый. Так, кнопочка. Но это выход, кстати, с уровня. Ну что ж, вот вам и секретный уровень. Стоило, наверное, все-таки его показать. В принципе, ничего интересного, наверное, особо здесь нету, но какие-то такие интересные механизмы мы все-таки понаблюдали. Вот. У них, я имею в виду авторов Блада, бывают сюжетные уровни намного более запоминающимся. Но это такой дополнительный контент, почему бы и нет. Всем, кто смотрел и понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропускать следующие уже выпуски. Увидимся, всего доброго, пока-пока.